Близится финал 4-го сезона «Молодежки». Через неделю телезрителей ждет долгожданная развязка. Меж тем, в конце марта стартовали съемки 5-й части самой популярной спортивной драмы на отечественном ТВ. «Молодежка» остается флагманским проектом СТС. Это один из самых рейтинговых проектов канала с большим числом различных премий в копилке. Несмотря на то, что 4-й сезон анонсировали как последний, все-таки решили снимать 5-й. Какими будут сюжетные перипетии 5-го сезона? После триумфального завершения сезона под руководством Макеева главных ребят ждет карьера в ВХЛ. Ребята вступают на взрослый путь в составе клуба «Бурые медведи», где их ждут не только заманчивые перспективы, но и непростой прием старожилов. 5-й сезон можно смело назвать перезагрузкой. Меняется лига, добавляются герои, обновляется команда. Уверен, что все это пойдет на пользу сериалу и позволит увеличить и без того широкую аудиторию как за счет молодежи, так и более взрослых зрителей. Приоткрывает завесу тайный директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалка. Стоит отметить, что в 5-м сезоне тренировки актеров проходят как на льду, так и в танцевальных залах и даже на ринге, заинтриговал Дмитрий Табарчук, продюсер компании Art Pictures Vision, которая снимает «Молодежку» на протяжении всех сезонов. Когда мы только запустили «Молодежку», никто не думал, что проект будет существовать так долго. За это время наши герои повзрослели, успели многое пережить, а в 5-м сезоне их ждет новое испытание – переход в ВХЛ. Мы покажем их зрителю с другой стороны, добавим элементы шоу, связанные с нестандартными и не всегда безобидными хобби наших героев. «Этот сезон будет жестче, зрелищнее и реалистичнее предыдущих», заявил Сергей Орланов, продюсер компании Art Pictures Vision. Режиссер-постановщик Андрей Головков рассказал, что 5-й сезон будет особенным во многих отношениях, как в плане сценария, обновлено 80% сюжетных линий, так и в отношении съемок. Возникло много свежих идей, которые съемочная группа собирается воплотить. Какие новые герои появятся в 5-м сезоне? Во-первых, стоит сразу оговориться, старый костяк актеров сохранен. Во-вторых, появится много новичков, среди них Владимир Яглыч, Наталья Рудова, Сергей Горобченко, Максим Дрозд, Петр Кислов, Дмитрий Куличков, Сергей Степин и многие другие. Владимиру Яглычу досталась роль самовлюбленного нападающего «Бурых медведей» Руслана Жданова. Благодаря родственным связям он привык получать все, что захочет, в том числе и в личной жизни. Несмотря на брак с моделью, героиня Натальи Рудовой, Руслан постоянно ей изменяет, пока не встречает ту, ради которой готов справиться. Петр Кислов сыграет правую руку Жданова, вратаря Ивана Савчука. Герой ревностно относится к появлению в команде Семена Бакина и не упускает повода поиздеваться над вторым вратарем. По словам Петра Кислова, сработаться с коллегами ему помогли тренировки на льду, которые компания Art Pictures Vision проводит 4 раза в неделю. И дружба Владимиром Яглычем, Сергеем Горобченком и Тимуром Ефренковым по хоккейной команде артистов «Комар». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами!